Всем привет! С вами Ирина. Сегодня мы с вами быстренько проведем повторно розыгрыш призов наших кружек. Я открыла две вкладочки. В первую очередь мы проведем конкурс, розыгрыш в группе по России. 1279 участников. Я уже ввела ссылочку, все пользователи и три приза у нас. Нажимаем кнопочку «Далее». 1279 и узнать победителей. Вот у нас три победителя на сегодняшний день. Эти участники должны отписаться под постом. Смотрите, страница удалена, либо еще не создана. Отлично, значит, мы сейчас с вами быстренько разыграем еще один. Так, вернуться в начало, и мы разыграем с вами еще один. Так, все пользователи группы. Далее. Марина Анисимова. Это у нас третий победитель. Так, и теперь мы сейчас разыграем с вами среди участников нашей основной группы. Так, копируем ссылочку. Все пользователи, вставляем нашу ссылочку, и здесь мы указываем уже 9 победителей, потому что в прошлый раз отозвался всего-навсего один победитель. Так, загружаем всех участников группы, и сейчас мы с вами узнаем наших победителей. Я закрываю эти две ссылочки на группы, чтобы мы с вами не путались. И нажимаем кнопочку «Узнать победителя». Вот у нас есть 10 победителей. Открываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Почему-то девять. А, девять, все правильно. Мы же нажимали девять. Так, это из Челябинска. Я вам буду просто открывать, чтобы я не прочитала где-то фамилию с ошибочкой, просто чтобы кого-то не обидеть. Я думаю, что вам всем будет ясно. Если что, то всегда можно нажать паузу и внимательно посмотреть еще раз. Ну, смотрите, к сожалению, нам пришлось заблокировать страничку. То есть еще одну мы можем с вами кружечку разыграть. Так, возвращаемся в начало, и еще один раз мы узнаем еще одного победителя, разыгрываем, вернее, и сейчас мы с вами узнаем, кто же станет вот этим счастливчиком. Но не забывайте, что еще нужно отписаться победителю в комментариях, и только тогда вы получите свой приз. Открываем страничку. Нижний Новгород. Ну, вот этих всех победителей, я думаю, среди вот этих всех кто-то себя увидит и обязательно напишет какой-то комментарий, и я с радостью отправлю вам наш приз, нашу кружечку с нашим фирменным логотипом. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки, и до новых встреч!